Встану из гроба и сыграю на кейборде, посмотрю, как люди веселятся. Черный юмор, но в таком возрасте можно себе позволить. Выпускник Московской консерватории Леонид Немировский разменял 9-й десяток, но стареть ему решительно некогда. Ну, во-первых, я даю сольные концерты из разных жанров. Я играю популярную классическую музыку. Вот в юбилей 80-летия у меня был большой развернутый концерт фортепианный, где исполнялась популярная классика, оперетта, джазовая музыка, песенная музыка наших великих композиторов, мои обработки, другой обработки и так далее. Во-вторых, он читает стихи, в-третьих, пишет мемуары и далее по списку. Рад бы выступать без устали, но слишком трудно самому себя рекламировать. Творческой энергии хоть отбавляй, а вот организаторских способностей не хватает. Зашел тут в магазин клавиров, да, пианино, и там взял несколько аккордов. Какой-то немец, который жил долгое время в Санкт-Петербурге, он мог со мной общаться по-русски, он просто ахнул, говорит: боже мой, вы сумасшедший, ну невозможно, как вы играете. Я говорю: я только взял два аккорда. Нет, 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 нет. И повел меня куда-то там в ночной бар, мы там посидели, я ей вроде хозяину понравился, хотя я очень волновался и был усталый. Да-да-да-да-да-да. Ну, он чего-то такое пообещал, когда у хозяина будет какой-то там праздник, может быть, он вас пригласит, но на этом его дифирамбы закончили. А вот в адрес Хельги Розенберг дифирамбы не иссякают. Она – популярная модель, снимается в рекламных роликах и от заказчиков не знает отбоя. Этой берлинской красавице 84. От старой модели никто не ждет идеальных размеров. Ведь для съемок кто нужен? Бабуля, которая возится с внуками. Пожилая дама, которая, может быть, хочет заключить страховку или открыть счет в банке. Старушка с ходунками. Много сценариев, где требуются модели именно этой возрастной категории. Никола Зигель, владелица агентства 50+, нащупала в модельном бизнесе золотую жилу. Каждый день ей приходит от 5 до 10 резюме от пенсионеров, которые мечтают о звездной старости. И возраст в данном случае огромный плюс. Одной моей модели недавно исполнился 91 год, но она, к сожалению, теперь нуждается в постоянном уходе и не выходит из дома. Так что годится только для портретной съемки в квартире. А так у меня много девочек, которым за 80. Конечно, если всплывает эта цифра 84, я сразу считаю себя старой. Но вообще я не знаю, что значит старая. Иногда я чувствую себя полной энергии, иногда очень уставшей. Но я это не связываю с возрастом. В молодости бывало и похуже. А вот когда я смотрю на себя в зеркало, сразу думаю: ну и старуха, пора бы уже и честь знать. Вот за это ей и полагается солидная прибавка к пенсии, за то, что такая обаятельная и привлекательная. И возрастные морщины тут не помеха. Модель, которая снимается в рекламе, должна быть привлекательной. При этом у нее может быть кривой нос и оттопыренные уши, но это не страшно. Самое главное – обаяние и харизма. Они дороже красоты. И еще искренность. Не строй из себя королеву, если ты дочь крестьянина из той части Восточной Пруссии, что теперь принадлежит России. Без сожаления смывай грим и будь собой. Я вам процитирую Фауст, это Гёте на минуточку. Надень парик с миллионом завитков, повысь каблук на несколько вершков. Ты – это только ты, ничто иное. Хорошо, да? А теперь поехали в Кентукки. Адовый бой, жизнь зачет много чучу.
седина в бороду, а старость в радость. В почтенном возрасте лучшая профилактика здоровья – жизнь в удовольствие. Я люблю выпить хорошего вина. Ну, то есть я вообще люблю выпить вина, даже и дешевого. Я каждый вечер наливаю себе бокал, но только один, не больше четверти литра. Дочь мне как-то сказала: «Мама, ты спиваешься». Но я ей ответила: «Один бокал вина можно себе позволить каждый день». Леопольд Кувалик излишеств нехороших себе не позволяет. Он спортсмен и должен держать себя в форме. Лео, он просит называть его просто Лео и непременно на «ты». Самый старый в мире инструктор по плаванию. Ему 100 лет, 5 месяцев и еще немного. Я всю жизнь занимаюсь спортом. Я никогда не курил. Вы курите? Нет? Оператор ваш тоже нет? Тогда у вас обоих высокие шансы хорошенько состариться. 34 года он на волонтерских началах тренирует детей в берлинском бассейне. Это так важно, учить детей плаванию. Каждый год столько людей тонет, и маленьких, и взрослых. А еще это так здорово, когда дети смеются. Я радуюсь, когда они радуются. Вон, смотрите, девочки-близняшки, такие хорошие. И мальчики тоже все хорошие. Они все так добры ко мне. А когда узнали, сколько мне лет, полюбили меня еще сильнее. Я очень люблю детей. У меня, к сожалению, нет внуков. А дети очень любят его. Рисуют на празднике открытки и каждую пятницу спешат на тренировки. В бассейн, где их ждет просто Лео. Лучший друг, который им годится в прапрадедушке. Ксения Максимова, Кирилл Бутерин, Юлия Гузенфельд, РТВД, Берлин. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься.